Всем привет! Сегодня я приготовлю необычные, очень вкусные булочки из моего детства. В те далекие времена они стоили всего 10 копеек за штуку. Булочки были небольшого размера, очень пышные, с карамелькой внутри. Итак, какие продукты мне понадобятся для приготовления этих безумно вкусных булочек? Для сдобного дрожжевого теста мука, сахар, растительное масло без запаха и вкуса, молоко, быстродействующие дрожжи, яйцо, щепотка соли, ванильный сахар и мускатный орех. И главным секретом этих булочек начинка. Мы возьмем любые карамельки, которые вам нравятся. Желательно, чтобы карамельки были мягкие, свежие, и начинкой у карамели было повидло. Тогда булочки будут именно те, которые когда-то давно я пробовала в детстве. Начнем приготовление с теста. Но для начала просеем муку. Муку для выпечки всегда нужно просеивать, для того, чтобы обогатить ее кислородом. Благодаря этому процессу тесто получается более однородным, без комочков, и выше поднимается. В муку высыпаем щепотку соли. Добавляем быстродействующие дрожжи от доктора Откер в яркой зеленой упаковке. Немецкое качество, которое никогда не подводит. Тесто всегда получается пышным и воздушным. Чтобы тесто получилось ароматным, всыпаем немного мускатного ореха. Перемешиваем. И отставляем в сторону. Молоко переливаем в ковшик. И ставим на огонь нагреваться, чтобы оно стало теплым. В отдельную миску разбиваем яйцо. К нему добавляем ванильный сахар и обычный сахар. Перемешиваем. Вливаем теплое молоко и хорошо перемешиваем. Молоко у вас не должно быть горячим, иначе дрожжи в процессе приготовления теста погибнут. Температура должна быть чуть выше температуры тела. Сахар полностью растворился. Теперь эту жидкость вливаем в подготовленную муку и замешиваем тесто. Сначала тесто вымешиваем с помощью лопатки. Затем продолжаем вымешивать руками. Когда вмешали практически всю муку, постепенно добавляем растительное масло и продолжаем вымешивать. Когда первую партию масла вмешали, добавляем вторую. И снова продолжаем вымешивать. Продолжаем вымешивать тесто на столе. Вымешиваем до тех пор, пока масло полностью не вмешается в тесто. Пока мы вмешиваем масло, тесто хорошо вымесится и будет то, что нам нужно. Тесто можно вымешивать вручную. Если есть у вас кухонный комбайн, то можно замешивать тесто с помощью него. Но, как говорят, тесто любят руки и тепло, поэтому я с удовольствием вымешиваю руками. Тесто получается очень мягким. Смотрите, мы вмешали полностью масло, и тесто начинает понемногу прилипать к рукам. Значит, оно готово. Мы его хорошо вымесили, перекладываем в миску и отставляем на расстойку. Чтобы тесто быстро поднялось, желательно убрать его в теплое место, без сквозняков. Прошел 1 час, тесто хорошо поднялось, оно увеличилось в объеме в несколько раз. Полная миска. И сейчас нужно тесто как следует обмять. Посмотрите, какое воздушное, красивое тесто. Хорошенько обминаем.
выпускаем весь углекислый газ. Все, хорошо обмяв, накрываем миску пищевой пленкой и снова убираем в теплое место, чтобы тесто поднялось. Прошел еще один час, тесто очень хорошо поднялось. Можно стряпать булочки. Руки хорошо смазываем растительным маслом. Немного смажем маслом рабочую поверхность. И выложим тесто. Посмотрите, какое пушистое тесто получилось. Отминаем его. Сразу можно скатать в жгутик. Нарезаем на небольшие кусочки. Один кусочек теста должен быть весом около 50 грамм. Сделать это можно на глаз или использовать весы. Смазываем растительным маслом. Можно смазать сливочным маслом. Желательно, чтобы у формы были высокие края, сантиметров 5-6. Теперь самое интересное. Берем кусочек теста. Немного его разминаем, внутрь кладем конфету, заворачиваем. Готовый шарик кладем в форму, чтобы снизу был защип. Заполняем по кругу. Сначала края, затем центр. В итоге у меня получилось ровно 20 кусочков теста по 50 грамм. Теперь накрываем пищевой пленкой и убираем в теплое место, чтобы тесто поднялось. Кстати, форма для выпечки у меня 26 сантиметров в диаметре. Пока булочки растаиваются, подготовим яйцо для смазки. По желанию можно добавить немного молока. Прошло 15 минут, тесто поднялось. Смазываем взбитым яйцом. Делаем это аккуратно. Духовку я поставила разогреваться на 190 градусов. И прямо сейчас отправляем в теплую духовку наши булочки. Прошло 25 минут, из которых 5 минут духовка нагревалась и 20 минут булочки выпекались. Сейчас накрываем сухим полотенцем и оставляем отдыхать. Булочки практически остыли, они уже теплые. Я переложила их на тарелку. Они реально вкусно пахнут, осталось их попробовать и сравнить с тем вкусом детства. Возьмем одну булочку. Посмотрите, какое тесто воздушное. Булочки-пышки. Но нереально воздушное. Посмотрите, как пух. Посмотрим, что внутри. А внутри карамелька растопилась и осталась повидло. Прощай, фигура, осталось попробовать. Булочка еще теплая, как же это вкусно. Тесто получилось просто восхитительное. Пушистые, ароматные, сладкие булочки. Вкус моего детства. Приготовьте такие булочки для своих родных к чаю, порадуйте их и напишите в комментариях, как у вас получилось. А я на этом с вами прощаюсь. Не забывайте выставлять свои шедевры в Инстаграм и отмечать нас. Мы будем ставить вам лайки. Всем пока!